Фу, ребята. Вот только что открыл два маленьких ящика. И знаете, что мне дропнулось? Никакая не Биа, не Макс, а Ворон. Прикиньте, блин, я в шоке. Я тупо просто играл, день не играл, если честно, день я там в кино ходил, все, короче. И тут мне падает легендарка, Ворон. Прикиньте, Ворон, серьезно. Это моя, это не розыгрыш, это просто, я не знаю. Я просто не знаю. Я в шоке, ребята, я просто в шоке, в таком шоке нахожусь сейчас. Я вот кричал, если честно, вот жаль, что я не на видос. Ну, я открыл, короче, два ящичка маленьких. С одного мне ничего не выпало, а со второго я думал, что это Биа. А потом такой, смотрю, Ворон летит, я в шоке. Я просто сейчас в шоке, в таком шоке. Я просто не знаю, что сейчас произошло, я не понимаю. Я не понимаю просто, это не розыгрыш, ребята, вот он, Ворон, да, могу нажать. Вот он, Ворон, воробушек. Это Ворон, ребята, это Ворон. Вот только что мне он выпал. У меня еще бигбокс даже есть. Это Спайк. А что, мне на Ворона не падали, не знаю. Офигеть. Я просто в шоке. Мы сейчас пойдем в катку. Это Ворон. У меня, напомню, это моя основа. Это не нубик. Это моя основа, на которой, помните, не было на 10 тысяч, даже на 12 тысяч не было ни одной легендарки. Мне вот неделю назад выпала одна лего, и сегодня вторая. Вы помните, когда я умолял Суперселл, чтобы мне выпала легендарка? Я в шоке. Я, ребята, просто сейчас в шоке. Я в таком шоке. Я бы сейчас не знаю бы, что кричал бы, но это вторая легендарка, но у меня нету на основе этой Биа, Макса, и двух легендарок нету. Я в шоке, ребята, но когда-то вы видели такой... Фу, жаль, что я не открыл это на видос. Если бы я открыл бы это на видос, вам бы надо было закрывать уши. Но серьезно, ну это капец. Я в шоке, пойдем в каточку. Не планировал. Вот, посмотрите на время. 9 часов почти, можно сказать. Я просто зашел в Brawl Stars, потому что я сегодня утром играл в PES Mobile. Не играл в Brawl вообще. Зашел, короче, поиграть просто. Забрать все жетончики, надеясь, что выпадет Биа. И тут Ворон дропается. Ребята, серьезно. Вот серьезно, я тимлюсь на Вороне, я играю на Вороне. И я сейчас в таком шоке, что вы не уявляете просто себе. Все на Биа играют, а я на Вороне, потому что мне Ворон выпал. Воробей, воробушек. Спасибо, просто Суперселл. Я вас умолял, чтобы мне выпало лего, когда мы открывали, помните, с вами 50 ящиков такое там. Так, у меня запись идет, потому что это просто ужас. Это просто ужас. Я просто сейчас говорить не могу, потому что, ну, это капец. Я так доволен второй легендарки. Блин, меня убили, но это ничего страшного, потому что это Ворон, это воробушек. Я не сильно хотел воробушка, но отказаться от халявы. Я просто не откажусь. Давайте в Броубол погнали на Вороне. Я в шоке, ребята, это Ворон. Это Ворон. Я просто сейчас не понимаю, как мне выпала легендарка. Я думал, что это Биа. У меня было такое чувство, что сейчас выпадет что-то. Или Биа, или Макс. Но тут Ворон, прикиньте. Я еще плюс телевизор параллельно смотрел. Короче, смотрю на телек, вижу, что-то летит перс новый. Такой, думаю, это Биа, а потом такой вижу, воробушек вылетает. И я такой, офигеть просто. Ну, это невероятно. Это, я не знаю, что это такое. Я просто в шоке. Вот я серьезно сейчас в шоке. За мной кто-то наблюдает, наверное, кто-то из одноклассников, потому что там играли мои друзья. Ох. Так, давай вот так вот ультанем на воробушке. Вот так топовая ульта, которая сносит просто всех. Смотрите, как мы снесли воробушку довольно-таки быстро. И мы купим какой-то скинец на воробья обязательно. Я обещал на Спайка купить скин, но ну, я тут не успел даже. Мне выпал воробей. Я просто в шоке. Я не знаю, это подарок на Новый год от Суперселл. Серьезно. Даже не знаю, как назвать. Суперселл подкрутили мне шансы на легендарку. Вот такое будет название. Я когда-то видел просто одного чувака. Не знаю, какой уже никнейм. Я просто смотрю многих ютуберов по Brawl Stars. Или Дип, или кто, я не помню. Ну, многих ютуберов я смотрю. И, короче, видел такое название. Там очень много посмотрено, насобирало. Ему тоже выпала легендарка из, как бы... Он делал открытие там. И ему, блин, пацаны, что вы не играете, ладно. За мной кто-то наблюдает, скорее всего, сейчас кто-то будет из одноклассников. Серьезно, от долго наблюдают только одноклассники.
Ну и какие-то друзья из клана. Ну, из клана у меня друзей почти нету, там пару человек, я с ними общался, так нормально, знаю, где они живут, там такое, ну, понимаете. Фух, ну хоть и проиграем, но я доволен, я просто доволен как слон, серьезно. Вот сейчас, вот серьезно, можно применить это название. Я заикаюсь, потому что это ворон. Я ворона не хотел, ну это, понимаете, когда у меня не было ни одной леги, я не хотел ворона, а когда у меня есть уже спайк, то я не откажусь от ворона. Ой, ай-яй-яй, какой момент был. Какой был момент? Капец, воробей, воробей, воробей. Не воробей, а воробей. Потому что я сейчас не могу говорить нормально. Так, ладно, ну мы проиграли, но все равно, потому что мне выпал ворон, и я вообще доволен как слоняра. Давай убьем еще. Да, убили. Ну, блин, ну ладно. Сейчас кто-то по-любому меня будет приглашать. Или Iron Man, или Phaser. Сейчас посмотрим. Так, кто за мной наблюдал? Что-то никто не приглашает. А ну-ка. А никого-то и нету из моих друзей здесь. Что за... Да ладно. А вдруг сейчас надропаем ящиков? Не, давайте в шедашку пойдем. Не, давайте пойдем... Вот серьезно, я даже не успел забрать. Я забрал два ящика. Один бигбокс. Открываю один ящик, ничего. И потом вижу, залагал ящик такой. И выпала легендарка. Я в шоке. И шанс на легендарку остается не какой-то там мизерный, как такой мизерный, как там, например, на нубике. На аккаунте нубика шанс даже там 0,03, короче. Там вообще мизерный просто шанс на нубике. Ну а здесь, посмотрите. Суперсал мне подкрутили шансы. Вот это точно. Серьезно. Ну это точно. Я не знаю. Ребята, плюс... Ну, 5-15 тысяч у нас будет кубасиков. Просто я завтра... Я не знаю, ребята, как такое возможно? И посмотрите, вот. У меня спайк на... Вот, мне он выпал неделю назад. Вы можете увидеть этот видеоролик на моем канале. Переходите вот под видео. Там 100% где-то будет этот видеоролик. Смотрите, вот спайк, мне он выпал. И у меня почти уже он на 9-й силе. И мне только денежек не хватает и пару там очков силы. Но это неважно. Ну это ворон, ребята, прикиньте. Ну вот вам когда-то падало две легендарки за неделю. Я эту легендарку ждал полгода. Ну не полгода, ну где-то месяцев 4 я ее ждал. Потому что у меня были уже все перцы. Мне месяца 4-3 не падало нифигища. Ну, когда выходили новые бравлеры, например, там Роза, Карл, то понятно, что мне выпадали. А вот выше... Фу, я не могу говорить, у меня сейчас эмоции просто... Вот я, вот вы видели там, когда спайк мне выпал, ну я не сильно прям радовался. Ой, да что меня убивают эти дурацкие, блин, би? Потому что эта карта не для ворона сейчас. Плюс я на радостях вообще разговариваю, а не играю. Не, давайте в брубол еще пойдем. Ну я просто в шоке, ребята. Вот если вы, вот вы поставили лайк, мне выпал Олег, и вам скоро тоже выпадет. Ребята, поставьте, вот серьезно, не пожалеете. Я ставил лайк под холдиком. Под многими ютуберами, и мне выпала легендарка. Вот серьезно. Вот да, я помню, кстати, на канале Рулер такой есть ютубер тоже. Я решил просто поставить. Но это было где-то 2 недели назад или 3. Мне там еще спайка не было. Блин, чуваки не играют, я не знаю, что с ними делать. Короче. Ну и я поставил лайк, подписался. Ну, я был подписан, понятно. Я поставил лайк, написал комментарий, типа, хочу легендарку, потому что там что-то видосик был связан с легендарками, и типа. Ой, хорошо, так, ой, Мансим, аккуратно, ну, не удалось, потому что два новых бравлера меня зажали, я на них надеялся, но мне выпал ворон, прикиньте, ё-моё, я сейчас могу просто взорваться, я серьезно взорвусь сейчас, я взорвусь, как, просто не знаю, как какой-то шарик воздушный, так, давайте на 8 бит пойдем, потому что он там против медведя, опа, смотрите, как я на вороне могу играть, я же все-таки... Ой-ой-ой-ой, на вороне первый гол забиваем. Круто. Вот сейчас серьезно было круто разыграно. Мне кажется, вам тоже понравилась такая тактика, вот залетать на вороне. Вот мне кажется, это подарок Supercell на Святого Николая, потому что Святой Николай был ближе, чем Новый год. Ну, ближе вообще сейчас, чем Новый год. Святой Николай в четверг был, это 19-го. Я не знаю, в России есть Святой Николай или нет. Я вот это вот серьезно забыл. Да не, вроде нету. Или есть. Напишите, вот если вы в Украине, есть у вас Святой Николай или нету.
носят вам он подарочки под подушку или нет, но мы затащили эту карточку плюс кубасики на вороне. О, ребята, зашел просто, называется, поиграть в игрушку. Зашел просто забрать тикеты. Я плюс собирался там видосик пилить на канал, но это уже поздновато, я понимаю, 9 часов уже. А прикиньте, сейчас третья легендарка падает. Не, к сожалению, нет. Ну посмотрите, вот просто наборчик, супер набор. 2 леги и 3 гема. Ну, 2 леги я имею в виду, типа, 2... Фу, я не могу разговаривать. Я не могу сейчас разговаривать, потому что это просто супер. Вот если вы поставили лайк, как этот воробушек, вам он скоро выпадет. Знаете почему? Потому что шансы подкручивают. Только, пожалуйста, не баньте Суперселла, а то я сейчас наговорю вам тут, и вы все будете там... О, Бодя? Кстати, этот чел, ну, я не буду его приглашать. Он с параллельного класса там, с 8-го, я сейчас в 7-м. Ну, короче, все, давайте, ребята, до встречи вам. До встречи, просто удачи. Поставьте лайк, и вам тоже дропается Лего, изи Лего. Пишите изи Лего, и вам просто все... Все будет дропаться. Все, давайте вам удачи. Давайте. Все, покедова, потому что я сильно долго прощаюсь. Я вот серьезно сейчас очень доволен. Все, давайте. Goodbye. Мазфака.